Ну, я, конечно, пойду на выборы. Это же здорово. У меня есть такая возможность проголосовать, сделать свой выбор. Именно я выбираю свое будущее. Это же очень здорово, когда родина, которую я так люблю, слушает меня, интересуется моим мнением. Мне кажется, не везде есть такая возможность, а в нашей стране есть. Наши деды ради нашего светлого будущего, они сражались, гибли. А сейчас для того, чтобы выбрать свое будущее, сделать правильный шаг, достаточно просто прийти на выборы. Так как я работаю с несовершеннолетними детьми, они еще не могут сделать свой выбор, то я делаю, идя на голосование, я голосую не только за себя, но и за своих детей. Потому что мне важно то, в каком будущем они будут жить. Мне важно, чтобы они жили в процветающей стране, чтобы они имели все, что они хотят.